Всем привет! Всем привет! Всем привет! Колбаса! Ням-ням! Что мы делаем? Ням-ням! Мы завтракаем, да, у нас омлетик сегодня. Под омлетик сегодня. Илья, ты мне колбасу не вываривай, тварь, не уковыривай. Ты сказал сегодня что? Сделать тебе без помидора. Я сделал без помидора омлет. Ешь омлет полностью. А зачем ее вытаскивать? Ее нельзя вытаскивать, колбасу из яичницы. А чего? Ее так едят. Вот так вот, да, и взять едят. Привет, ну чего? Так, всем привет. Так, мы кушаем, завтрак у нас. Такая непонятная сегодня, такая дымка еще, не дымка, непонятная погодка. Прояснениями, да? Суббота, 12 марта, завтра уже масленица. Подходит к концу, естественно, мы пойдем посмотрим. Да, посмотрели мы вчера, кстати, во сколько начинается, тут то же самое, перекрывать будет, да, перекрывать будет движение, в общем, ну, где мы, в принципе, думали, на сквере Карла Маркса, там с 10 часов начнется все, да, с 10 часов начнется завтра все это представление, по-моему, полдвенадцатого сжигание чучела, доставайте, я там не достану. А там что, тут что будет сжигать? Да, Вероника, сядь, пожалуйста, где-то. Ну что, такая будет кукол сжигать? Вот. Папа. Да, будет сжигать. А мы что, ее дизела поедем? Зачем? А это не будет. Дай. Тоже. Что? Сядь, Вероника, сядь. А мальчика. Это у нас тоже мальчика. Там в каждом городе проходит масленица. В каждом городе проходит масленица. Что мы ты? Поедем. Что? Больно. Чего там больно? А как ты нормально? Ты сказал, не слезай. Чего ты слезаешь, Вероника? Чего ты слезаешь? А? В каждом городе нет. Проходит масленица. А вот здесь будет дня. Когда? 14 марта. Папа. Завтра пробуй зимы. А что, здесь будет стоять? Давай яичницу кушать. Да. В каждом городе масленица, Илюша. В каждом. Вероника, сядь, пожалуйста. Папа. Что? Что? Достань, папа. Достань, все теряешь. Папа. Так, Илья, ты уже сам батончик дай. Где елка была, я же тебе говорил? На Людиново. Да, поешь сегодня у Людиново. Папа. Вот. Нет, мы здесь будем, а ты поешь у Людиново на масленицу. Папа. Ну ты сам хочешь у Людиново. Хочу. Ты сам сказал, я у Людиново. Людиново, Людиново, Людиново. Я тебе сказал, здесь будет масленица, в Брянске. Да. Да, она ж везде. Папа. Да еще одна колбасная душа. Она что, тоже везде? Я что сказал, в каждом городе проходит масленица, да. Проводы зимы. Блины дают всем. Блины не дают всем, блины продают всем. Не знаю, здесь, нас в городе точно продавали. Нас, не знаю, сколько тут блядки стоит. И блинные, ну именно масличные блины, не знаю, даже посмотрю, потом и какие-то будут шоу вообще. Пляски, что там еще будет обычно, канат, на стол плазят, на масленицу. Да, вот не знаю, как здесь что-то будет, посмотрим. И там будут батуты большие. Нет, нет, там не будет батут. На какой стол? Будет про горелку это и говори. Ты умеешь подтягиваться? Будет подтягиваться умеешь? Папа, будет ключей. Сколько раз? 7 раз. А столб сколько метров? Побольше. 60. Папа, ключей. Вот, свалите с него столб. Мальчик, наверное, не лазит такие. Папа. Мужики лазят. Ну, папа, а там будут кулеши. В основном пьяные, как у нас ледяные. А папа? Мало трезвый лазил. А у нас будет, кулеши или работать. Где? В нашего дома, где сайки есть. И шарики. Это когда будут работать? Летом. Все понятно, ладно, все, мы будем кушать. Папа, это уже про лето, про масленицу совсем. Вот уже пить пошло, все, так ладно, всем приятного аппетита, увидимся немножко. Всем привет, зрители, подписчики канала на YouTube. Итак, у нас сегодня 12 марта, да, 12 вроде бы, суббота. Я сейчас нахожусь, точнее, только что вышла из бассейна, с утра поехала поплавать.
в 9 утра, снимать сразу не стала, пока приехала. На улице у нас погода такая неоднозначная вообще. Было солнечно, но не как в те дни. И в то же время с утра, например, я не решилась сегодня одеть пальто, потому что вынула в окно, было довольно-таки прохладно. Сейчас как-то более-менее тепло, но не сказать, что мне в шубе жарко. Так, среднее. Так, наплавалась хорошо. И сейчас иду на маршрутку. Сережа там с детками завтракает, тоже снимать собирались, насколько я знаю. Так, ну ладно, увидимся, наверное, уже в пути где-нибудь. Так, решила доехать еще сегодня до метро. Звонили Сереже, но чисто за молочко, за кефиром молочной продукции, скажем так, Валю, которой вчера не было. Ну, в итоге ее нет и сегодня, я приеду в следующую пятницу. Потому что теперь там поставки раз в неделю, раз в неделю. Что очень обидно. Даже, конечно, кефир. А всю же, которую я вчера купила, не сравнить с Валей вообще никак. Так, сейчас иду забирать свой пакет с бассейна в камеру хранения. И поеду уже домой. Помоюк, сидим, пивоку, бегаю. Молодец, ну-ка еще. Почему? Давай. А зима настает, а Дед Мороз выходит на улицу. Зима идет по снегу, а Дед Мороз идет домой. Молодцы. Вот так вот наши детки читают книжки, Вероника внимательно слушает Илюшу. Ну, Илюша просто по картинкам. Так вот. И да? Ну-ка, про елочку еще раз. И шула делась елочка, и шула наросла, зимой эта стонная, зеленая была. Метели пела песенку, и елочкой пальбой, повой лук сидит и лук. Вот так вот, ладно. Все, молодцы, все. Молодцы. Еще, молодцы. Папа. Илюша, еще. Ну, давай. Зима идет на улице, снега холодно. Вот, это вот так вот, просто от себя. От себя. Так, приехала Татьяна. Да. Да, ну что, посмотрим, что там. Она как купалась, поплавала. Поплавала замечательно. Замечательно. Да, потом пока себе порядок привела, там еще когда красилась, только волосы высушила. Ясно, что на улице непонятно, да, что сегодня? Я говорю, если я поехала в шубе, наверное, сказала, что поехала сегодня с утра в шубе, не решилась поехать в пальто, потому что было прохладно на улице. И не скажу, что там сильно жарко до сих пор какой-то, чтобы полет... Сегодня похолоднее чуть. Сегодня летаю, пальто или шуба на улице стоит смотреть футбол. Вот я даже не знаю, что делать. Да, там какое-то место. Да. Я поехала с молочкой, которая не казалась, с кефиром, почка, я говорю, вчера купила эту Асюшу. Я не спорю, продукция хорошая, когда вы творог брали, я брала Асюшка, я помню. Да, Асеюшка. Асеюшка. Но, конечно, за ней сварила намного хуже. Мы думали, что все будет привоз. Вчера привоз был. Ну, сказали раз в две недели. Первый уже, да, сказали раз в две недели, что там вот ням-ням ничего не делал, ням-ням делал все вчера. И папа купил. Так, давай, походи. Сяду, встану. Ой. Муки 2 килограмма. Вот такой попробую взять на пробу. Ни разу всякие не лентовские не брали, ни метровские. Решила взять попробовать. На... Для пробы, короче. На выпечку. Да. Это еще одну пачку. Да, я захотел. Ну, я вчера показывала, да, две пачки. Которые... Ну, это да, это спирт. Это другая соль, да? Это что? Морская соль, черный перец, чипсы. Да. А это что? Чипсы такие. А мне, да? Ты же пробовал уже летом туда. Взяла еще себе такие окорочка, петелинка. Ну, папа! Они тоже, срок хороший, но 526 рублей, по-моему, за килограмм.
Ну, решила взять чокнут, взяла, разделала ее и на первую, на вторую. Хорошо, попробую сейчас. Попробуешь, ладно, Илюша, все. И решила еще огнатчику купить. Угу, хорошо. Три пачки опять взяли, вчера мы... Ну, вчера попробовали, ну, это пусть будет. Ну, это, сказать, уже полежат. Да, пусть лежат. Да, сами просто лежат, теперь там... Вкусные, кстати. Дети поели нормально. Да, я не могу без них. Нет, но у нас просто лежат, пускай срок еще позволяет полежать, поэтому пускай полежат. Колбасные души вот такие, да. Ну ладно. Ну, ладно. Во-первых, они очень легкие. Ну, они греют. Да, они очень легкие. Мама, опять? Мне опять. Мне нравится, не кушайте, потому что вы съедаете очень быстро их. А так опять, да. Взяла такие... Такие прокладки тоже на пробу. Я, по-моему, это покупала недавно-давно, но не знаю, что-то мне слишком уж дорогое все стало. И также, ох ты, взяла Дорадо. Да. Три штучки, потому что они огромные просто. Три, да. Да. Они большие. Это они большие. А, они были, так они стоят 600 с чем-то рублей. 690 рублей. 1 рубль, да, вот за килограмм получается. Мы на них 30% скидка была сегодня, поэтому решили взять по 400 с чем-то. Короче, они... Обошлись? Нет, килограмм 400 с чем-то, 360 что ли, а вышли они у меня на... Это 1090 за старые получается? Да, 1090 за старые цены. Ну, посчитай, 700 рублей, короче. 700 с чем-то рублей, а чек нам мог от рыбы. 700 рублей получилось. Да. Ну, 700 рублей, да. Вот так вот. 764. 764, 25. Полтора килограмма. Ну, нормально, да. На ужин нам как раз с картошечкой пойдет. Да. Три штучки тут, мне кажется, они большие. Большие, вполне, конечно. Давно мы не брали. Вот такие опять покупочки. Вот такие опять покупочки. Мы не брали, наверное, не знаю. На след они брали. И раньше здесь со стола. Мы не брали след, потому что она. Да, мы, кажется, переехали, последний раз я брал и все. Да, и все, потому что у нас слишком была дорогая. 700 рублей почти. 700 рублей в ленте она стоит. И сибас стоит также. Да, поэтому слишком это очень дорого. Ну, 480 решила взять. Мы давно хотели, но все, цена, конечно, писалась. Что хотелось бы, это хорошая рыбка, действительно. Да. Тем более охлажденная, действительно. Но сегодня, получается, это сделаем с картошечкой, да? Ну да, ну как мы запекем, как мы делали. Да, да. Еще кабачков нету плохо. Да, я куплю нам килограмм, допустим, приехать, я куплю нам. Да? Конечно, потому что я буду, у меня еще специи покупать. Да, да, да. Сейчас я попробую. У нас такой приправы для рыбы нет уже. Потом куплю специи и заодно кабачков возьму пару цукини. Хорошо. Делаем. Хорошо. Да, уже вкусняшку. Да, вкусняшка будет. Рыбка на ужин будет, да? Рыбка на ужин будет. Помнишь, кушали рыбку? Да. Ну, когда? Давно уже не кушали рыбку. Да. Рыбку. Вероника кушала уже рыбку. А, да, да, да. Да, сюда, Вероника, да, да. Ева. Ну, а что там продольная кость? Она вкусная. Одна продольная кость, и все. Да. И действительно, морская рыба действительно вкусная. Здесь мука тоже по 45 рублей, по-моему, на килограмм. Нормально. Это молоко. Это мука, а не молоко. Там молоко. Там молоко в холодильнике, да. Поэтому... Блины печь. А, на молочке нельзя, ладно. Блины печь, да, мама будет. Ну, там в основном кефир мы хотели, да, чтобы творог взять. Да я хотела кефир, ты больше творога детям и йогуртом детям. Ну йогурт, ладно, ну, еще йогурт, есть. Ты купил еще вчера, там у нас еще были. Мы хотели, что изваливали, ладно. Да, но в итоге получилось, что это еще... Сейчас попробуем, я сейчас попробую. Только в следующую пятницу привезут. Потом придется обходиться кефиром таким. Ну что делать? Ничего страшного, переживем. До следующей пятницы. Да. Так, ладно, время уже сейчас почти. По первому. Человек делал уроки, не знаю, сделал, не сделал. Потому что я с утра вам полтора уезжать уже. Я курсе. Собираться уезжать на турнир. А мы будем с детками спать, я поглажу, наверное. Да, потому что я вчера, что погладила, там еще сейчас на балконе. Новое повесить. Мама уходит на турнир с Владиком на футбольный. Ну опять, ну Владик, надо заниматься опять. Это вы я что бегаете. Я же с тобой езжу, Илья. Ты выходному. Ну ага, опять. А вот тут вот, видишь, песенки поете. Я хочу... Опять, слышишь? Опять. Я хочу в школу. В школу хочешь? Да. Да уже, ты в садике еще не находился. Это сказала, что Вероника сказала, да уже? А нет, я не говорил, да, сегодня, когда Вероника сегодня проснулась, просто лежали, потом дверка-то была закрыта в комнате, и она, ну, да, короче, с прыжка открывать начала. Да, научилась открывать двери с ручки. Да-да. И сказала, как она сказала, дверь открыла сама. Да, дверь открыла сама, да? Вероника, дверь открыла сама? Да. Ну-ка скажи еще раз. Хорошо. Ну, вот это получается, а, получается, да. Потом... Сразу сказать, и все, она там забывает. Она сказала, ну, вообще, действительно, там 3-4 прыжка было. Молодец. Я сказала, что мы
Да, ты что не говоришь, что у Милки рисовали в садике на улице мелками? Я видел. Сейчас потом рисовать, мы будем тоже рисовать мелками. Сейчас, сейчас откроете, сейчас попробуем. По-моему, уже пробовал ты это. Попали. Мы такие, но мы сами попробовали. Было, мы брали с перцем черным. Я помню, что мы брали. Брали, брали. Просто они, так они стоят очень дорого. Не знаю, да, по-моему, по 215 рублей, а так 129 на пачку. Ну, большая пачка, действительно, это, по-моему, это... Великобритания, да, очень, очень вкусный. Там вообще не, ну, состав хороший. Ни грамма масла. Ну, я не помню, сейчас посмотрю. Сейчас. Илью, что ты делаешь, сынок? Не, почему? Картофель, масло подсолнечное, морская соль, картофельный крахмал, подожди, Илья, перец, сахар, черный перец и все. Ну, тут с перцем. А еще там у нас мало видов все равно. Еще соль просто есть и все. Да. Четыре вида соль. Всего. А так как видео я заходил на сайт, смотрел, ну, очень много этих чипсов. Да. Так, ладно. Продаются в таком метре почему-то, да? Да, так, ладно, сейчас открою, подождите. Все, давайте увидимся попозже. Ну что, мы уже на поле приехали. На стадион наш начинается сейчас вот вся разминка перед игрой. Альтик. А вот мы полтора часа. Итак, ну что, время уже начало четвертого, ну там 15:20. Только что погладил вещи. Машинку тут хотел запустить, думаю, не стал. Сейчас разбужу просто детей, потому что уже второй час пошел, они спят. Нормально с него улеглись. По отношению, если они вдвоем обычно укладываются, устали, набегались. Сварил компотика Илюшки с Вероникой. Свежие там яблоки. Вот. Думал ужин, но вот что он делает, но Татьяна рыбу купила, конечно, сама, потому что должна была, когда с Владиком пошла на... Там, короче, не турнир. Вот, и должна была взять бумагу для рыбы, запекания, специи этих кабачков на рынке. Все на пригере будет делать сама уже. Так, влог должен с минуты выйти, пол четвертого я поставил. Буквально сейчас уже 20 на четвертого. Сейчас зазвонился с Татьяной, но ты непонятно, что у меня, короче, там тренировки и игры, короче, я знаю, что до обеда там два состава, как бы было, второй состав «Динамо» проиграл к 8-му году, 7-й, то есть 8-му, не знаю, как это получилось. Там, вот. Вот. Ну, Владик уже в первом составе, сейчас они тренируются, а потом будут играть, я не знаю, там и сейчас играет «Партизан» два состава, там тоже приехал, 6-й и 7-й год по составу, по-моему, так как Татьяна говорит, и «Динамо» 2006. Вот они там играют, а наши пока тренируются, не знаю, спросили какие-то еще новости, вот страховку им принести на... 250 рублей, как будто на начало такого периода, который будет ну, разъездной, плюс у них же черноземье значит, будет в мае. Плюс сказала, что какой-то турнир в Калуге в апреле, в начале. Я не знаю, в принципе, видел то, что в марте был турнир 28 по 30 марта, три дня. Сказала, вроде не на этот какой, я не знаю, наверное, поточнее, что там будет, не знаю, потому что не видел я ни приглашения ни турнир, ничего. Хотя сказали, что уже подтвердили участие, на три дня они едут в Калугу. Не знаю, кто поедет, не поедет, как все это будет совпадать вообще в апреле, не знаю, посмотрим. На поточнее еще спросят сроки проведения, когда это будет. Ну, скорее всего, как обычно, пятница, суббота, воскресенье это бывает. В общем, посмотрим, не знаю, кто поедет с Владиком. Я пока без понятия. Только что сказали, нам узнают точнее, и сказали 250 рублей на страховку годовую. Ну, как страхуют детей, потому что все-таки будут поездки на автобусах, все такое. В принципе, это везде, в футбольных таких вот школах, везде такое присутствует. Просто разные тоже виды страхования есть, там через какие-то банки, кто там страхует, страховые компании, не знаю. Вот. Ну, я сказал, как будет там все эти результаты, там неизвестно сейчас. Именно когда начнут играть, с кем начнут, то она, конечно, там запишется. Она взяла с собой камеру, снимаешь на телефон. Вот вроде, в принципе, как-то так. Вот. Сейчас проснуться, как обычно, туда-сюда обедать детки будут. Кормлю их, ну, Татьяна, не знаю, дай бог, может, 6, может, приедет, часа начнет уже готовить, не знаю. На улице такое ощущение, что погода меняется, и меняется к худшему, не знаю.
Хотя так вот тепло вроде относительно, но без солнца и такая вот уже облачность у нас пошла. Не знаю. Что будет завтра, конечно, если бы не было дождя. Если будет дождь, конечно, представляю, что за масленица, и навряд ли, не знаю. Посмотрим, как еще повторяется. Если будет дождь, еще, кстати, не смотрел погоду, ну, это меняется она. Потому что под дождем неохота все-таки находиться, там уже брать зонты и стоять, это не знаю, конечно. И тем более, даже вот Татьяна тренировка уже как бы, ну, с тренером в зале. В 2 часа, по-моему, да, то есть до часа уже уезжает. Ну, если мы поедем да, к 9 часам, потому что дверь будет прикрывать движение, а идти, если оттуда очень, ну, накладно, конечно, минут 20 топать пешком с ними. Не знаю, посмотрим. Короче, собираемся к 9 часам туда приехать, чтобы там более-менее там побыть. Вот. Часик как раз, если чучело будет, если нормально погода живая, 12:30, ну, будет вот. В начале первого уехать, как раз детей спать, и Татьяна уже уедет на тренировку. Ну, как-то вот просто сейчас такие вот новости. Там тоже капусту кушает у нас, как обычно, шуршит. Фокус сливается, не знаю. Мутновато что-то, и камера мутная, не знаю. Так, ну ладно, в принципе. Начинает наша играть. Началась игра, пока 1-0. Наши ведут. Так, вышел. Владик на поле вышел. 2-0. Игра у нас. Наши пока ведут. Конечно, тоже вот эти, потому что арктическая игра, много эмоций у детей, психуют, такая напряженность все-таки. С партизаном 2007 играют они. Наши ворота мяч полетел. Молодцы, 3-0. Ah!
Ладя, давай! Вот он! Нех! Играют на двух полях, там играют и тут играют. В мячах позапутались уже, где чьи. Нам гол с углового, наверное, или как это, с пенальти. 3-1 счет. Владик сейчас забил гол, и набегался, поменяли. Молодец, умничка. Не успела зачем, только достала камеру, и он забил. Так обидно. Молодчинка. Там на втором поле игра уже закончилась. Наши еще играют. Минут 5, наверное, осталось играть. Все, наши выиграли, по-моему, со счетом 6-1, если не ошибаюсь. Разошли, расходятся. И у нас сейчас, наверное, еще будет одна игра с Динамо 2006 годом. Владик. У них сейчас сразу даже без передышки вторая игра будет. Конечно, тяжеловато будет ко вторую игру уже сразу. Так, нет, вторая игра, как сказала уже. Выбили мяч. Спасибо.
Миша, Миша, Миша. Лучше бы корпус поставил. Ты что, по центру играешь? Так, ну что, детки наши проснулись буквально минут 15 назад. Я делаю блинчики. Даешь, хоть? Давно я не делал. В принципе, я делал только большие, мне никогда не получались. А тут они делают, они тоже, кстати, недавно стало делать. А делаю такие, как мой дедушка меня учил в свое время. Так я делаю маленькие блинчики, а еще мне нравится еще меньше получается. Просто тесто немножко жестковато получилось, там именно густом. Вот, и получаются блинчики. Что, выспались, Илья? Граника, выспались? Вот сколько блинчиков. О, блинчиков захотелось. Сейчас сначала будете кушать, потом хорошо. Вот, потом дальше пряники. Нет, блинчики, зачем пряники? Сейчас масленица, надо блины кушать. Так, что у нас тут? Кевроты, все, в принципе, нормальные. Вот. А? Ну как, блинчики-то вкусные, можно с сгущенкой кушать, правильно? Можно с вареньем, со сметаной, такие маленькие. Так, подходите, пожалуйста, подходите. Подходите. Что, Вероника, пожалуйста. Так, сейчас, что я с ним не смею. С конфетами блины не едят, с чаем пьют еще, с вареньем. Да, с конфетой. Так, ну что, Владик у нас гол забил, оказывается. Выиграли 61 на нем партизан на товарищеской игре. Сейчас играют Динамо 2006. Болеем за Владика? Да? Да, кстати, Татьяна раньше холодно на улице. И, скорее всего, действительно пойдет дождик у нас. Мама, как? Уже не идет, нет, все. Ну, обложила все просто-напросто. Как, в принципе, я и говорил. Так, ладно, все. Так, детки. А, детки. Выходите, берете, тихо-тихо-тихо. Папа берет, погладил, все, уходите. Сейчас я сделаю полностью, еще вот осталось. Хорошо? Тесто еще осталось. Сейчас я сделаю и будем кушать, хорошо? Все, продолжаем печь. Ходи, Илья, пожалуйста, отходите, здесь и пахнет, здесь все равно. Отходите, все. Все, отходите, помощники. Все, продолжаем печь блины и увидимся попозже. Итак, игра у нас сейчас счет 2-2. Играют уже не до победного, уже время их вышло, до последнего года. Любые ворота, кто забьет, тот и выиграл. Конечно, обидно, хорошо, 2-0 вели они, и сейчас... Да, Марин, запейте вы уже им, да? Я знаю. Нас уже порадовали. Ну уже хватит им играть, я уже на минуту 40. А он не всегда идет коряво. С левой ноги, да. Так, если закончилась у нас игра, счет 2-2. Это они сыграли с 2006 годом Динамо. И то получилось так, что вы даже в свое время переиграли, правильно? Да, до гола играли. До последнего гола. Ну, короче, в итоге там уже все просто родители, дети поустали, конечно. Больше 40 минут проиграли. По идее, да, не должно бывать по 40, ой, 30 минут быть, а проиграли на 45 минут, наверное. 45 это получается... Почти час. Ну, блин, ну... 60 еще... Нет, еще 30. Минус 15, 45 минут. 60, 15, 45 минут, правильно, сейчас. Поэтому 2-2, ну, молодцы, молодцы, ребята, сегодня постарались. Владик у нас сегодня забил гол с левой ноги, у него слева такие удары корявые получаются. Но главное, ворота, молодец. С правым бьет хорошо, с левой... Нет, ну мне сейчас
нас удар хороший, по, ну или пока с левой, но начинает так нормально. Ну все равно. Просто, меня он был просто ты сбоку, Владик, попал, поэтому такой удар был корявенький получился. Ну зато ворота молодец. А если бы вот так стрелял? Если, нет, если прямо, конечно, было бы лучше. Удар, понятное дело. Ну ладно, ты у меня умничка все равно. Нет, ребятки, все молодцы, ударил, постарались. Я бы мимо отправилась. Ну, если прямо, да, если бы ты прямо ударил. А бы... если бы ситуации... правой, то бы я попала. В данной ситуации, да, ты прав. Молодцы, молодцы, ребятки. Хорошо очень сыграли. Все, на улице у нас солнышко давно уже скрылось. Но похолодало. Мы кстати, всегда играем на товарищеских играх. На своем поле, там, с Партизаном, с Вокабрянском, с 2006-м Динамо. И всегда выигрываем 2006-го Динамо. Ну, просто... Ладно, молодцы. Сегодня 2-2. Сегодня 2-2, да, молодцы. Ладно. Очень похолодало резко по сравнению с утром. Даже я утром я была в шубе. А сейчас, как назло, решила одеть пальто. Потому что, думаю, все-таки днем, как обычно, бывает пожар. Жарко. Ну, тепло, имею в виду. Короче, в итоге я сегодня замерзла. Просто ужасно. Руки ледяные. Мы с мамочками пошли внутрь греться. Потому что просто детям это понятно. Им они бесятся, бегают. Им нормально, а нам... Холодно. Да, дети даже там бегали, которые не играли, потому что холодно именно было. Сами там по себе, которые запасные сидели игроки. Это же очень холодно. Так, ну все, ладно, отправляемся теперь домой уже. Время почти 5 часов. Увидимся уже, наверное, дома. Да. Ну что, готовы кушать? Да. Ильюша, подарок уже стоит подогретая. Так, Вероника, тебе подогревается. Ну что, сделал я блинчики. Вот такие. Вот такие блинчики, не знаю. 5 сковородочек было по 4. 20 штучек блинчиков сделал. Да. Ням-ням. Ну не такие блинчики, как у мамы. Мама большие, более тонкие, эти потончики, ну маленькие. Удобнее кушать будет, да, Илья? По одному блинчику сразу съел, да? Чтобы руками не возникло. Ну здесь же можно одну ручку взять, блинчик, да? И съел сразу, в ротик положил, да? Сейчас Вадик еще приедет. Тоже, который любит блинчики. Поест и... Тоже вот устал, да, они вторую игру сыграли 2-2 с 2006 годом Динамо, молодцы, с ними игру выиграли, игру еще сыграли, молодцы. И сделал еще на ужин быстренько салатик, да, вот такой. О, весенний, летний салатик, редиска, помидорки, что тут еще или огурчик, да, и что еще? И два салата, горшочки просто кудрявые, как он называется, и этот роман. Что? И все, да, и заправим оливковым маслом, и сегодня... Мамка сейчас рыбку придет сделать, и будем кушать большим рыбку. Помнишь, Илья, кушали рыбку? Вкусную. Да. Да, так. Что? Суп вечером сейчас мама приедет и будет делать, запекать. Маши у меня нет, у мамы Маши. Мы ели летом. А раньше, помнишь, часто ели рыбку? Мы привозили как раз Брянское, еще Рудиной жили. Мы ее часто и сибас сделали, дорадо. Сибас, дорадо. Да. Что? Давай. Ням-ням будете? Давайте. Так, Илюша, что там у тебя? Я сказал, положи этот шарик на место. Я хочу положить. А шарик? Так, давайте все кушать. Все, время уже... Время уже без 10:05. Давайте все кушать. И все, и будем кушать. Все. Не горячо, Аня, не горячо, не горячо. Сейчас размешаю. Все. Ладно. Все. Вроде дела все по делу. Увидимся немножко попозже. Ждем маму. Она уже на остановке. Ждет маршрутку. Ну что, детки, у нас уже покушали супчик. Илюша, молодец, полную тарелочку. Вероника, как обычно, половину тарелочки, да? У нас не хватает тебе, да, на супчик полностью? Ну, как блинчики, Илья? Вкусные? Да. Да, двумя пальцами. И суп, и суп, и блинчики. Да, Илья суп у нас не ел. Боже, садите у нас. Очень вкусный блинчик, да? У нас был вчера суп. Не, ну ты в саду другие супы ел, да? Правильно? Да, да. Так, давай кушай, кушай. Вероника, там аккуратно. Аккуратно кушайте, давайте. По столу там не ростят, сильно они маленькие. Можно в руках держать и кушать, правильно? Вероника все равно ложит на стол. Они что, жирные? Не, ну они не сильно жирные. Почему? Они же нормальные. Вкусненькие. Сейчас папа тоже себе попробует. Папа себе покопченее возьмет. Я да? Мам. Ну-ка. Вот это. Ну я уберу, уберу. Вкусняшка получилась сейчас. Мама, ты это сама оценит. Классно. В принципе, я не знаю, что это реально добавляла. Она показывала в ролике, наверное. Что? Я уберу, уберу. Вот здесь два яйца, молоко, 300 грамм, 300 грамм муки я делал, песочку немножко и растительное масло.
сливочного масла, это именно тесто. И все, разогрел в сковородке. Ну, тесто делается, чтобы делать блины, надо сделать тесто вначале, правильно? Ага. Вот, и уже потом, уже, естественно, на сковородке, на растительном масле. В принципе, они не сильно, видишь, они чуть потолще, чем у мамы. Мама вообще тонкая, на всю сковородочку, она на другой сковородке делала. Папа. Ну, вкусные. Они были горячие? Не сладкие, правда? Не сильно сладкие. Папа. Белочка, по-моему, сахар была. Они что, были горячие? Ну, сейчас остыли, да? Вкусные? Да. Ну, хорошо. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, да? Все, молодцы, Вероника. Вкусный блинчик. И еще. Вкусный блинчик. Бери еще. Еще мне хватает. Еще хватает, да? Бери. Ешь. Еще дай. Сейчас мама еще съест и воды. А что, нельзя? Нет, я говорю, хватает, говорю. Чего не хватает? Ты видишь, тарелка полная еще. Хватает. Папа. Сейчас за ромом сделаем. Папа. Так, все, ладно. Блины? Блины. Вам здесь бы блинчики, да? Сладкое, конфетки, печеньки, пряники, да? Баранки. Все вы съели. Сахар. И сахар, да, все. Ласа. Так, ладно, все, увидимся немножко попозже, да. Кушайте. Приятного аппетита. Итак, мы уже давно с Владиком дома приехали, Владик покушал, я кофейку попила. И сейчас начинаю готовить рыбку, я ее уже почистила. В принципе, показывать рецепт я особо не буду, потому что он у нас есть, кто новые подписчики могут посмотреть. Я так покажу, просто общий обзор немножечко. Для этого мне понадобится противень, пергаментная бумага, приправа для рыбы, такая самая обыкновенная. Так, тихо! Соевый соус, взяла такой, точнее у меня был как бы старый, для, короче, смешать приправу, подойдет более дешевый соус. Что такое? Ну и в принципе, потом еще покажу, что он еще будет добавлять. Что там такое, Вероника, коробочку положи, пожалуйста. Так, я смешала, господи, соевый соус с приправой для рыбы. Полностью ее обмазала с двух сторон и внутри. Сразу скажу, когда рыбу я полностью не очищаю, я, в принципе, уже не раз говорила в видео, что кожуру я не снимаю с нее, потому что она очень легко отходит, когда рыба уже готова. И мясо внутри получается не перченое, не соленое, никаком случае именно приправа для рыбы. Она получается очень вкусная, очень ароматная, очень мягкая. Сейчас я еще добавлю сюда немножко базилик и хмели сунели. Хотела найти еще прованские травы и что-то не нашла. Мама, вообще. Кушать! А, хотя, наверное, есть сейчас французские травы. Мама, кушать! Да, добавлю французские травы. Такие у меня есть еще. И, наверное... Мама, я хочу вот это. Итальянские. А мама? Наверное, да, не буду добавлять хмели сунели, точно я сейчас про это забыла. А мама, что? Я ел где-то. Да, будем кушать, приготовиться сейчас. Выложила все на пергамент, как видите. Сейчас сверху посыплю травками. И это все в духовку минут на 40. Травкой? А? Травкой. Травкой, да. И опять мама, же, иди. Когда я готовила в предыдущий раз, было же много комментариев, что почему ее нельзя приготовить, там, пожарить просто, порезать на кусочки, пожарить морковку с луком. Сразу скажу, чтобы не было таких этих. Не надо ничего лишь наливать, что можно ментай так пикшу жарить с луком с морковкой, а такую рыбу, что это надо запекать, потому что, в принципе, в другом виде я ее не пробовала, но не представляю себе даже вкуса, потому что это настолько, кто ел по такому рецепту, это настолько вкусно, настолько обалденно, просто мясо мягкое, нежное, получается, прямо настолько насыщено этими травами, специями, как там нет ничего такого, но именно запах, сам аромат. Ты сейчас упадешь. Ну-ка, слезай давай. Балуется она тут. Так, ну все, ладно, буду готовить. Итак, все, рыба моя готова, сейчас я отправляю ее уже в духовку. Я ее, получается, сверху также накрываю пергаментной бумагой и закрепляю там степлером. Да. Мама, можно посмотреть? Вот, смотри. Все, увидел? Нет. Все, а там не видно все. Итак, рыбка уже стоит в духовочке, делается. Я решила сделать еще на гарнир, как говорила, кабачки. Картошку, которую порезала кружочками, кабачки такие, части не маленькие, долечки. Кто смотрел наше предыдущее видео, прекрасно знает, что мы обычно делали это все в духовке, тоже делала в отдельном противне, запекала. В этот раз решила сделать немножечко по-другому.
мультиварки. Во-первых, и побыстрее, так что уже времени особо нет, и поздно приехали. С луком, с морковкой, кабачками, картошкой. Просто это все потушить. Поэтому сейчас я все буду добавлять в мультиварку. Все добавила в картошку уже, картошку, кабачок и посадку посолила. И теперь это все будет тушиться. Так, я тем временем разделаю окорочка, которые я сегодня покупала, курицу вчерашнюю. И также купила косточек на первый на суп. Тоже их надо, там они порублены, но полностью надо разделать. Детки у нас там играются. Посмотрим, что они там делают. А почему вы рисуете на здесь? Они нас за столом. Я не хочу рисовать. За столом сесть. Рисовать там спокойно. Что? Сядьте за стол. Дырочка. Да, дырки порвал. Это порвал ты и отдал. Так, джинсы свои убирайте сюда. Я сказала вам сесть за стол. Так, не драться, не ругаться. Так, ну что такое, я не могу понять. Что опять не поделили? Теперь листы не поделили? Нет. Да, вы видите. Ладно, хватит вырвать, не стоит моего блокнота. Это мой. Это мой. 50% твой, 50% мой. То, что и ты мне пишешь, и я мне пишу. То, что это так, наш блокнот для этого, для ерунды, скажем так. Что-то записать. Что? Красломастер у тебя? Идите за стол, рисуйте, садитесь. Слышишь, Лиш? Что не буду? Ну что, у нас уже ужин, да? Время 9 час. Да? Да. Что? Уже сегодня прошло. Да, вечер у нас прошел. Да, кстати, у нас пошел дождь, как я и говорил. У нас на улице пошел, да, дождь. Так что не знаем, что как оно будет завтра. Так что ничего не можем, потому что с детьми, если подождем, не поедем. Нет, ну я сказал, что, естественно, стоять под дождем и куда? Стоять на 2-2,5 часа на Масленицу. Поедем? Дождик пошел, нет. Только если будет завтра с утра дождик, естественно, мы не поедем стоять. Там ты неделю не сядешь, ни что там. Надо стоять. Ждать сейчас 2-2,5 часа. Ну хорошо, не будет, а поедем. Если сейчас идет дождик, начался. Так, у нас ужин, картошечка в мультиварочке. И... Да. И Дорада. Себатик. Нет, Дорада. Видишь, так пытались, Себатик. Дорада. Так, давай, тогда очищай, наверное, твою рыбу. А? Будешь очищать рыбу? Ну, конечно, сейчас. Вот. Со специями тут они делали. Я показывала. А, показывала. Да. И салатик, в принципе, я тоже показывал. Все я показывал. Что? Куда ты собрался? Ну или зачем просто входить, просто я здесь. Ну что, ладно, сегодня в понедельник Владик узнает, там, когда он что там, да? Да, по поводу турниров. Слушай, повнимательнее, понял? А что мы едем? Кого? Что ты там увидел? Вот это. Илья, ты куда идешь вообще? Он сам не знает. Ты уходишь вообще? Я завтра приду. Куда ты идешь? Ну, пускай идет. Все, пришел уже. Нормально. Так, ну что, хочется сразу поздравить праздником, это прощенное воскресенье всех, да? Да, простите нас, если что, если кого-то обидели. Простите нас, да? Да, это прощенное воскресенье, Масленица, последний день. Потом начинается как Великий пост, да? Да. С понедельника. Перед Пасхой, которая будет 1 мая. Непонятно. Так, мы кушаем, Илья, или бегаем? Да, за столом. Бегать нельзя, когда кушаешь. Да, всех с праздником. Так, ну что? Да, будем прощаться. Всем приятного просмотра, хорошего настроения. Всем пока-пока. Вкусняшка, всем пока. Пока. Давай. Пока. Пока. Подписывайтесь на канал, оставляем комментарии, ставим лайки, дизлайки, кому нравится. Всем до встречи, всем пока. Увидимся с вами завтра, в воскресенье, 13 марта. Пока.